Добрый вечер. Впечатления самые хорошие, самые замечательные. Я в Ереване уже второй раз, мне очень понравилось. Гостеприимный народ, особенно мои друзья Айк и Так, которые встретили нас. Вам спасибо огромное. Скажу, не чувствуется разница в Дагестане или в Армении, как будто я дома нахожусь. Такие гостеприимные люди, особенно армянская кухня очень понравилась. Вот как раз сегодня провели семинар, мне очень было приятно, что пришли столько ребят на семинар, и мне очень приятно было им поделиться моим опытом. Пришли много молодых ребят, смотрю за ними, они быстро ухватывают, и чувствую, что в Армении в скором времени будут сильные бойцы.